Понятие невесомости. Ты как всегда определял, почему сейчас? Но явление-то открыто недавно. Вот, скажем, натурфилософия определит это так. Стратегическое совершенно иначе. Поэтому я и спрашиваю. Да нет такой философии. Стратегической. Да, но есть диалектика природы. Вот, скажем, природу же определяет философия. В качестве одного из элементов природы недавно была обнаружена невесомость. Поэтому я и спрашиваю, растерянности нет среди философов? Просто тут какой-то странный разговор. Давайте установим, о чем мы говорим. Хорошо. Другой вопрос. А как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера? Нет, можно, конечно, сделать вид, что проблемы нет. И я с удовольствием поселюсь вместе с вами. Но ведь от этого проблема не перестанет существовать. И серьезно все это? С вашего позволения. Вопрос, конечно, не глобальный, но с точки зрения нашего брата было бы интересно узнать. Какой вопрос-то? Твое отношение к проблеме шаманизма. Да ничего, ничего, я понимаю, что, может, не по специальности задал вопрос. Да нет такой проблемы. Ну, монеты сюда нет, ради бога. Баба с возу коню легче. Проблемы нету, а эти, пускай, бегают. Звенят бубенчиками, да? Потому что при желании проблемы нет. При желании их как бы нет. Потому что если... Хорошо, другой вопрос. Как вы относитесь к тому, что Луна тоже дело рук разума? Вот высказано учеными предположением, что Луна лежит на искусственной орбите. Допускается, что внутри живут разумные существа. Ну, и что?
ваши расчеты естественной траектории. Куда вообще вся космическая наука может быть приложена? Допуская мысль, что человечество все чаще будет посещать нашу, так сказать, соседку по космосу, можно предположить, что в один прекрасный момент разумные существа не выдержат и вылезут к нам на поверхность. Так вот, готовы мы, чтобы понять друг друга? Кого спрашивают? Вас, мыслители! А вы готовы? Ага, мы не мыслители, у нас зарплата не та. Нет, если вам, конечно, интересно, я могу поделиться, в каком направлении мы, провинциалы, думаем. Вот, предположим, на поверхность Луны вылезло разумное существо. Что прикажете делать? Лаять по собачьи, петухом петь. Но нам, тем не менее, нужно понять друг друга. Верно? Как? Я предлагаю начертить на песке схему нашей Солнечной системы. Показать разумному существу, что я с Земли. И что несмотря на то, что я в скафандре, у меня тоже есть голова, и я тоже разумное существо. Верно? Верно. Затем следует объяснить, откуда он. Показать на Луну. Затем на него. Логично? Логично. Мы таким образом выяснили, что мы соседи. Но не больше того. Затем следует объяснить, по каким законам я развивался, прежде чем стал такой, какой я есть на данном этапе. Как то? Это очень интересно. Каким таким законом? Приглашаете жену посмеяться? Хорошее дело. Только, может быть, нам сперва нужно научиться газетки читать, а? Говорят, кандидатам это тоже не помешало бы. Послушайте вы! Да мы уж послушали! Имели, так сказать, удовольствие! И прошу вас заметить, товарищ кандидат, что кандидат — это ведь не костюм, который купил и раз и навсегда. Костюм тоже нужно иногда чистить. А кандидатство, раз уж мы так договорились, что это не костюм, тоже нужно иногда поддерживать. Нет, нас, конечно, можно тут удивить. Подкатить к дому на такси, вытащить из багажника 5 чемоданов. Но вы забывайте, что поток информации сейчас распространяется равномерно. Я хочу сказать, что здесь можно удивить наоборот. Так тоже бывает. Можно, конечно, понадеяться, что кандидатов тут в глаза не видели, да? А их тут видели. И кандидатов, и профессоров, и, извини меня, полковников. И сохранили о них приятные воспоминания. Потому что это люди, как правило, очень простые. Так что мой вам совет, товарищ кандидат, почаще спускайтесь на землю, ибо в этом есть разумное начало. Да и не так рискованно. Падать будет не так больно. Это называется покатил бочку. Ты что, с цепи сорвался? Не знаю, товарищ кандидат, не знаю. Я в заключении не был и с цепи не срывался. Зачем? Тут тоже никто не сидел, не поймут. А вот и жена ваша сделала удивленные глаза. Не ожидала от мужа таких слов. Услышит и покатит бочку на кого-нибудь в столице. Так что этот жаргон, товарищ кандидат, может плохо кончиться. Не все средства хороши, уверяю вас, не все. Вы же, когда сдавали кандидатский минимум, вы же не катили бочку на профессоров, верно? И одеяло на себя не тянули, и по фене не ботали. Потому что профессоров надо уважать. От них судьба зависит. А от нас судьба не зависит. С нами можно и попить. Так? Напрасно. Мы тут, знаете ли, тоже немного медите. И можете себе представить, книжки почитываем, газетенки. И телевизор бывает смотрим. И можете себе представить, не приходим в бурный восторг от КВР. Почему? Потому что там все та же самонадеянность. Ничего, мол, все съедят. И едят, конечно, ничего не сделаешь. Только не надо здесь делать вид, что все там гении. Кое-кто понимает. Скромнее надо. Типичный демагог Кляузник. Весь набор тут. Не попали. Не попали. За всю свою жизнь ни одной анонимки или кляузы ни на кого не написал. Хотите объясню, в чем моя сущность?
Хочу объяснить. Люблю бонусы щелкнуть. Не задирайся выше ватерлинии. Скромнее надо, дорогие товарищи. Да в чем же вы увидели нашу нескромность? В чем она выразилась-то? А вот когда одни останетесь, подумайте хорошенько, подумайте и поймете. Можно ведь сотню раз сказать слово «мед», но от этого во рту не станет сладко. Для этого не нужно кандидатский минимум сдавать, чтобы понять это. Можно сотню раз в статье напечатать слово «народ», но от этого ума не прибавится. Так что, когда выезжаете в этот самый народ, будьте немного собраны, подготовлены, что ли, а то легко можно в дурака очутиться. До свидания! Приятно провести отпуск среди народа. До свидания. Спасибо.